В феврале 2014 года в столице Финляндии, городе Хельсинки, вот уже восьмой раз проходили международные образовательные сретенские чтения. Съезжается большое количество докладчиков. Это, как правило, докладчики высокого уровня. Это вот доктора исторических наук, это доктора филологических наук. Они приезжают из Москвы, из Средней Европы, из Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, по благословению святейшего патриарха Кирилла, он всегда сюда направляет епископа. Вот в этом году по благословению патриарха Кирилла приехал архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургских православных духовных школ, епископ Петерговский. В этом году чтения были посвящены великому русскому святому. Они назывались «Преподобный Сергий Радонежский. Русь. Наследие. Современность. Будущее». Сергий Радонежский, он как раз и является человеком, на которого ориентируются очень многие поколения людей. Если вы посмотрите поток людей, которые идут к Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье, то среди них не так иногда бывает и много верующих. И когда спрашиваешь неверующего или невоцерковленного до конца человека, почему же ты сюда приехал, он говорит, я хотел бы прикоснуться к той нравственной основе, ради которой существует наше государство. Поэтому, я думаю, поддерживать такие темы, способствовать развитию таких традиций, это очень важно. Kyllä, olen sanonut munkiksi vihkimisen yhteydessä. Nimeni pyhittäjä Sergei Valomolaisen mukaan, en ole pyhittäjä Sergei Radonjski. При монашеском постриге мне дали имя в честь преподобного Сергия Валаамского. Mutta se nimi on tietysti minulle hyvin rakas, ja toki pyhittäjä Sergei Radonjski on tullut hyvin tutuksi myös minulle. И, конечно, имя Сергия Валаамского для меня очень дорого. Но также я хорошо знаком с именем и житием преподобного Сергия Радонежского. Joitakin vuosia sitten julkaisimme meidän luostarissa suomen kielellä lapsille pyhittäjä Sergei Radonjaksen elämänkerran, ja siinä se oli hyvin kauniisti kuvitettu. Несколько лет тому назад наш монастырь издал на финском языке рассказы для детей о преподобном Сергее Радонежском. Это очень красивая иллюстрированная книжка. Se on loppuun myyty, ja nyt ajattelin juuri tuossa luentojen aikana, että ehkä tänä vuonna on paikallaan ottaa siitä uusinta painos. Ее давно уже распродали. И как раз сегодня, присутствуя на конференции, я подумал, что было бы хорошо в этом году сделать новое ее издание. На чтениях выступили более 20 ученых, богословов, дипломатов из разных стран мира. Для удобства слушателей тексты были заранее переведены на русский и финский языки, а последующая дискуссия осуществлялась при помощи синхронного перевода. В докладах рассматривались различные аспекты личности преподобного Сергия, его влияние на судьбы русского государства и народа вплоть до нашего времени. С большим вниманием собравшиеся выслушали рассказ настоятельницы Никольского монастыря Ивано-Вознесенской епархии игуменьи Анатолии. В то время, когда я родилась, делалась ставка на то, чтобы всячески детей оградить от всякой информации о Боге. А я сейчас вот положила не только я, сейчас Господь так дал, что есть возможность учить, давать детям качественное светское образование. И все это в традициях православной церкви. То есть девочки наши получают полноценное, даже, можно сказать, элитное образование светское, обучаются всем светским наукам. И кроме этого, мы их обучаем нравственности, благочестию, вероучительным дисциплинам. У нас в каждом классе есть икона преподобного Сергия. Преподобный Сергий видел видение множества птиц, круживших над ее кельей. Ему было предсказано, что столько, сколько он видит птиц, у него будет учеников и последователей. Ученики преподобного Сергия еще и при жизни, и после его кончины открыли более 90 монастырей по России. На сретенских чтениях в Финляндии рассматривались различные аспекты личности преподобного Сергия, его влияние на судьбы русского государства и народа вплоть до нашего времени. Сейчас Господь так устраивает, что, собственно, общество все за нас. И время благоприятное. Надо этим пользоваться, потому что это дело спасения души. Игуменья Анатолия говорит так об обществе в России. К сожалению, на Западе, в странах Европейского Союза, общество двинулось в противоположную сторону. Почти повсеместно идет наступление на христианские ценности. Популяризируются грехи, осуждаемые еще в Ветхом Завете.
За время существования или присутствия Московского патриархата в Швеции, а это больше 15 лет, там у нас 8 приходов, причем география этих приходов совершенно различна. Это не только Стокгольм и ближайшие города, но это и далекий север, это Люле, Умео. То есть это города, которые находятся на значительном удалении. Час только на самолете лететь. И несмотря на такую удаленность, люди православные, студенты, кто-то приехал в поисках работы, кто-то еще по каким-то обстоятельствам попал вот в Швецию, они ищут возможности организовывать приходскую жизнь, ищут возможности, чтобы приезжал священник, потому что это давление, которое они чувствуют вот со стороны мира, со стороны государства даже в какой-то степени, им мешают в их жизни. И, конечно, очень сложно спасаться так, в такой обстановке. Ощущение вот этого понятия «чужбина», оно особенно остро воспринимается именно за границей. И Швеция не является исключением. Это страна, которая во многом, может быть, даже превосходит с точки зрения свободы нравов, превосходит другие европейские страны. И наша задача сохранить и дать возможность православным людям, конечно, противостоять этому всему. Это самое главное наше дело. Наша проповедь именно против всех вот вседержителей мира, если можно так выразиться. Испытываем мы это на себе очень иногда достаточно активно. Ну, во-первых, вы знаете о том, что Московский патриархат разорвал отношения с Шведской лютеранской церковью именно в связи с тем, что было принято решение о не только регистрации браков однополых, ну и о их венчании. И я знаю о том, что многие лютеранские священники, часть, вернее, из них, претерпевали, не согласившись с этим мнением лютеранской церкви, претерпевали определенные гонения даже. Те сообщества, которые именуют себя сегодня христианскими в странах Запада, мы видим, как легко отрекаются от своего апостольского призвания. Особенностью Русской Православной Церкви везде, независимо от того, где бы она ни осуществляла свою миссию, является твердая приверженность тем христианским устоям, о которых мы говорим, несмотря ни на какую реакцию. Говорим и тогда, когда нас поддерживают. Говорим твердо и тогда, когда это вызывает шквал критики, непонимания и осуждения. Верность Христу – это самая главная основа проповеди Русской Православной Церкви и в России, и за границей. И как бы ни изменялись основы этики европейских стран, наша Церковь всегда неизменно стоит на незыблемых позициях евангельского учения о Боге, о мире и о человеке. Вот сегодня христиане действительно по всему миру находятся перед выбором между хлебом и правдой, между истиной и возможностью спокойно чувствовать себя в этом мире. И Церковь православная, и особенно Русская Православная Церковь, которая, конечно же, тоже имеет свои человеческие, в человеческом плане, немощи, недостатки, она, однако, не отступает от главного своего призвания, от того, чтобы говорить этому миру правду, несмотря на то, принимает эту правду мир или не принимает. И мы являемся свидетелями того безумия, которое сегодня нам преподносят в качестве нормы. А нормальную человеческую жизнь высмеивают и считают безумием. Но так было всегда. И христиане всегда были гонимы. И Церковь тогда благоденствует на самом деле, когда она гонима. Потому что именно тогда она
очищается, она собирает свои силы, она концентрирует свои возможности. И именно тогда она получает от Бога такую благодать, которая помогает ей жить и осуществлять свою миссию в этих условиях гонения. Этого не надо бояться, потому что с нами Бог. На сретенских чтениях в Финляндии говорилось о том, что миссия Русской Православной Церкви по завету преподобного Сергия Радонежского должна распространяться и дальше, в том числе и в странах Северной Европы, где в последние десятилетия поселилось много русскоязычных людей. Я возглавляю консульство России на Аландских островах, а в свое время это более чем 110, почти 110 лет было западным форпостом Российской империи. И в тот период времени была церковь, с которой строился первый город и единственный город Марии Хам, названный в честь императрицы Марии Александровны. И очень обидно на данный момент осознавать и увидеть, что иконостас с Русской Православной Церкви сейчас только хранится как исторический экспонат в местном историческом музее. Но там нет на данный момент Русской Православной Церкви, или не только Русской, может быть, Финской Православной Церкви, где бы, поскольку там проживает порядка 1500 человек с постсоветского пространства, многие из них именно русской национальности. И, может быть, мое участие в сегодняшних чтениях как-то подвигнет представителей церковной иерархии, иерархов на то, чтобы создать православный храм и на территории Аландских островов. Вот такая историческая справка. По условиям Столбовского мира, после окончания очередной русско-шведской войны, православные купцы получили возможность иметь свою церковь в Стокгольме. Это произошло в 1617 году. Значит, в 2017 году мы будем праздновать 400-летие православия на шведской земле. И вот очень печально, но обстоятельства понятны. Вот, но очень печально, что в настоящий момент или до настоящего времени в Швеции, к сожалению, отдельно стоящего русского храма нет. Ни в Стокгольме, ни в других городах. И сейчас эта задача и для Стокгольма, и в частности для прихода, где я являюсь настоятелем, является первоочередной. С постройкой храма построить общий дом. Наш общий церковный дом строится и возведением храмов, и соборной молитвой, и проведением образовательных чтений, и организацией таких вот выставок. О выставке «Великий заступник земли русской», открытой в Российском центре науки и культуры города Хельсинки, мы расскажем в следующем выпуске нашей программы. Всего доброго! Духовной радости вам!